Здравия желаю. Сегодня тема разговора, как можно просто отремонтировать монитор. Вот видите, у меня монитор такой сегодня здоровый. А как просто отремонтировать? У него сгорело блок питания, вот видите. Вот он. Вот этот, черный. И воняет. Я вот с этой фигней не стал заморачиваться. А просто концы, видите, отрезал. Вот. Нашел вот этот вот блок питания на 12 вольт. Вот он. Ну, на некоторых на 14, надо смотреть вот тут. Вот тут на нем написано. Вот. Вот тут написано 12 вольт плюс. И видите, по два идет. Два красных, два синих. Два красных, два синих. То есть это выбросил. Все, возиться с этим. А поставил вот этот. Только снаружи. Вот он. Вот. Тоже на 12 вольт. И работает нормально. То есть просто там соединил, дырку проделал с той стороны экрана. Дырку проделал, соединил туда провод, вот, провод. И все. И работает вот это даже лучше. Во-первых, и ток экономится. Вот. И все прочее.